первом тайме команда гостей сумела открыть счет, воспользовавшись ошибкой в обороне уральцев. Во второй половине встречи игроки Акжаика стали действовать более изобретательно. Сергей Шав замкнул головой на весь штрафную площадку и сравнял счет. Игра завершилась ничью со счетом 1-1. Хороший соперник, как я и сказал, хороший матч. Я думаю, зрителям он понравился. Единственное, что получилось выиграть сегодня. Хотя предпосылки были. Нечего расстраиваться, надо идти дальше, готовиться к следующему. Главный тренер футбольного клуба «Акжаик» Артур Авакянц отметил, что это была встреча равных соперников. По игре, по моментима, по всему, что происходило через мяч, не можем быть довольны. Думаю, что у нас и больше намного владения мяча было, больше моменты создали, не забивали, там жалко. Думаю, что мы потеряли мячка. После этой игры уральский «Акжаик» опустился на 6-е место в турнирной таблице первой лиги. Следующую игру местные футболисты проведут 16 июня на выезде против лидера «Алтая» из Семея. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.